обучение ПРО – это профессиональный конкурс. До финала дошло всего 7 человек. Сейчас вот жеребьевка небольшая. Год у нас проходит два таких соревнования. Это джуниор для ребят, которые имеют довольно маленький опыт работы в баре. И про это для профессионалов, для ребят, которые работают свыше 2-3 лет. В финале нашего конкурса участвует всего 7 человек, которые презентуют свое собственное видение, свою собственную идею на наше историческое наследие. Многие иностранцы, приезжающие к нам, они просто удивляются тому, что «Вау, я приехал в Россию, но все пьют здесь виски и текилу». Кто же пьет водку? Никто не пьет. Старое поколение пьет водку. Поэтому мы как бы решили посвятить конкурс именно этому, Mother Russia, посвятить его водке. Участники должны были создать не просто концепцию подачи такого исторического напитка, как водка, но и представить свой маркетинговый план. Они должны были обосновать прибыльность своей подачи, они должны были объяснить свою бизнес-идею и представить водку как необычный продукт, а как продукт, который можно воскресить в ресторанах, в клубах, в барах и сделать из его употребления целое действо. Это все становится в тренде. Мир начинает узнавать у России о российских барменах, и они должны знать об этом продукте. На этот раз у нас тоже необычное жюри. Леонардо Лиуччи, который славится своим особым мнением на все, что происходит за барной стойкой. Человек, который не боится говорить правду, человек, который не подвязан никаким брендом, человек качественный. I'm really surprised because I was there 1 year ago, and now, after 1 year, that I can see that people are evolving. Мы решили привести кого-нибудь такого необычного, из какой-нибудь социалистической страны, что ли. Soren Krog. Он очень хорошо разбирается в классике. Это очень крутой бармен, очень известный в мире. I was really surprised of the level of the guys. I was surprised of how similar it is to like what I see in northern Scandinavia. I was actually surprised to see like the competition yesterday when the guys brought out the rye bread and the fish and the herring and all these things. So the food culture-wise really took me by surprise. Синиша Лазаревич. Синиша – это легенда. Я очень рад, что он согласился прийти к нам и судить наших ребят именно с точки зрения арта, с точки зрения маркетинга, с точки зрения презентации. Очень профессионально, очень талантливо, очень свеже и ново. Очень радует, что появились люди, которым эта профессия не западло. Потому что в этой стране, к сожалению, некоторые профессии, они западло. Чуть-чуть дестабилизировало меня вот это первое выступление, потому что я уже немало выступаю и первым выступаю первый раз. Этот напиток будет, на мой взгляд, очень интересен и, собственно, полезен для здоровья. Приятного вам аппетита. Попробуйте. Thanks a lot. Я пошел в аптеку, посмотрел, какие травы там есть, и положил внутрь никитскую соль, настоял, то есть на этом всем. А затем одуванчиковые листья, почки березы и сосны, также листья крапивы и фенхель. Вот и все, весь рецепт. Ничего сложного не хотел делать, но хотел, чтобы это выглядело привлекательно для людей. В общем-то, я думаю, у меня это получилось. Российский дух пропитан историей. Если мы не будем знать свою историю, то мы не будем представлять собой ничего. Мне стакан дегустационный напоминает больше всего пушку. То, что у нас было в прошлом, поможет нам сделать что-то великое в будущем. Неоднократно сталкивался с редькой. У меня получился адский результат, потому что вокруг бара в радиусе 5 метров был радиационный фон.
И все спрашивали, чем так воняет. Я нагревал ее где-то на температуру 70 градусов. И таким образом вот этот неприятный запах ушел, остался чистый вкусный продукт. Я уверен, что у всех участников были очень вкусные, интересные коктейли. А вот свой я именно хотел взять больше образом, больше мыслями, воспоминаниями. Даже из одной корзины у двух разных лимонов и лаймов может быть совершенно разный вкус. Это уже матушка природы, и с этим ничего не поделаешь. Надо подстраиваться. Цвет немножко странный, но зато натуральный. So that's why I want to prepare cocktail with vodka infused chamomile. It's chamomile inside. Это мое первое соревнование. На будущее буду знать какие-то места, моменты для себя отметил. Коктейль неплох. Он простой, как я и старался сделать его простым. Что-то минимальное, просто чтобы почувствовать Россию, чтобы почувствовать вкус водки. Меня украшает коктейль цедры лимона, которая придает. Hope you enjoy. Чтобы донести до человека то, что ты хочешь ему предложить, и чтобы он вернулся к тебе из-за этого коктейля, конечно, надо тренироваться перед зеркалом и ставить в роль самого себя. Да, я и пытался сделать в этот раз, именно акцентировал свое внимание на подачу. Почему сразу подумал? Хотя, как пишут, они не бьются и ничего с ними не случается. Понравилось, что кто-то contemporary коктейль предложил там, скажем, хохлами. Вот это мне понравилось. Хохлама Коблер. Ребята, большое спасибо вам за ваше участие. Все выступили здорово, но, к сожалению, у нас есть победители. О, да. Достойное первое место, где просто спора нет, там все баллы высвечивают на него. Летом Новый Орлеан, фестиваль коктейлей, Америка, есть, конечно, пизда. Russian Cocktail Cup — это были единственные соревнования, в которых мне действительно было интересно принимать участие, которые награда в них — это самое важное из всех, которые у меня есть. Конечно, для России это тяжело, потому что люди любят кушать обязательно. Им, если они кушают ночью, им это вечер не состоялось. Потому что люди хотят это как будто, знаешь, протрезвели и заново дальше идти.